Сегодня будем учиться вязать лицевую и изнаночную сторону. Набираем петельки обычным способом. Я делаю это так. Ставим ниточку так и начинаем набор. Набираем любое количество петель, не обязательно четное количество. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Нам будет достаточно 12 петель. Одну спицу вынимаем и начинаем вязать с изнаночной стороны. Нить ставим перед работой и начинаем вязать. Первую петельку вынимаем. И далее вяжем изнаночными петлями до конца ряд. Вот я один ряд провязала. Теперь переворачиваем нашу работу. Нить должна быть за работой и вяжем лицевую гладь. Также лицевыми петлями. Первую петлю вынимаем и вяжем лицевыми петлями. Вот это у нас уже видно здесь лицевая гладь, вот изнаночная гладь. Сейчас я провяжу несколько рядов, чтобы было видно получше немножко. Для тех, кто не знает, как выглядит лицевая или изнаночная гладь, я сейчас вам покажу. Вот это лицевая гладь изделия нашего, а вот это вот изнаночная гладь.